И обо всем по порядку. Дочь женщины, совершившей самосожжение в Астане, требует найти и наказать бывшего высокопоставленного полицейского Мурата Умбеталиева. Экс-начальник УБОП ДВД Жамбылской области в розыске за поножовщину. Но родственники погибшей женщины уверены, что до суицида их мать довел именно он. Девушка записала видеообращение к генеральному прокурору. Она просит его взять это дело под личный контроль. Прошу Жака Кажману, чтобы он мне помог и взял под свой личный контроль. Потому что я боюсь, что Умбеталиев избежит наказания. Он уже и моему брату угрожает зоне. Я уже боюсь, что завтрашним днем мне позвонит и скажет, что он умер. Это видеообращение Акмарал Ахметова опубликовала в социальных сетях. В 9-минутном ролике она рассказала о том, что бывший начальник отдела УБОП города Шу Марат Умбеталиев якобы был инициатором ареста ее брата, которого после приговорили к 4,5 годам колонии за хранение наркотиков. После чего Акмарал и ее мать Майра Рысманова пытались оправдать молодого человека, оббивая пороги генеральной прокуратуры. Но так и не дождавшись помощи, Майра Рысманова подожгла себя прямо на КПП ведомства, а через неделю скончалась. После смерти моей матери они не то чтобы его уволить, они его повысили в звании. Как могут повысить в звании такого человека, как он? Весь наркобизнес в городе Чу контролирует именно Умбеталиев Мурат. У меня есть прямые доказательства. О том, что некий Мурат Умбеталиев, как говорят, держит весь город, люди заявляли еще зимой. Тогда даже генеральная прокуратура обещала провести проверку, но ее результаты не разглашали. Его фамилия всплыла после поножовщины, устроенной 10 августа в Таразе. На этих кадрах начальник управления по борьбе с экстремизмом в ходе драки наносит удары ножом своему коллеге, начальнику управления криминальной полиции ДВД Жамбылской области и руководителю Байзаковского ЦОНа. Пострадавший полицейский арестован, а сам Умбеталиев до сих пор находится в розыске. Это видео разлетелось по всему Казнету. Пользователи осудили полицейских. Однако министр МВД не торопится прокомментировать этот вопиющий случай. Господин министр, по Умбеталиеву, пожалуйста, прокомментируйте. Кто такой Умбеталиев? Это который начальник УБОП, Тарас, который... Запрос отправьте, я звоню. Нет, по ножовщине, который... Как запрос? Вы же должны отвечать. Министр Мурза, судя по последним данным, теперь уже бывший начальник управления по борьбе с экстремизмом Жамбылской области до сих пор не найден. Однако некоторые СМИ опубликовали заявление супруги разыскиваемого Мурата Умбеталиева, которая спокойно выходит с ним на связь. По ее словам, подполковник готов сдаться, но при условии, если статью «покушение на убийство» переквалифицируют в превышение пределов необходимой самообороны. Илья Рыбин, Нуркен Токмурдин, Информбюро, Астана.